С 1 августа все приложения для Android должны будут иметь 64-разрядную версию. Компания Google наконец-то переведет Android на 64-разрядное ПА. На официальном сайте операционной системы появилась запись, согласно которой, начиная с 1 августа текущего года, все новые приложения в Play Store должны иметь 64-разрядные версии. Это же касается всех обновлений для существующих приложений, которые будут выходить после означенной даты. Правда, будут исключения. В их числе игры на движке Unity 5.6 или более старых версий, так как они попросту не могут быть 64-разрядными. Также стоит отметить, что требования не касаются iOS и Android TV, которые не поддерживают 64-разрядный код. Что же касается полного прекращения поддержки 32-разрядного ПА, это случится 1 августа 2021 года. То есть, судя по всему, с выходом Android S. Напомним, Apple перевела iOS на 64-разрядное ПА еще с выходом iOS 11.